Ладно, давайте продолжим сюжет. Мы по сюжету на 8 главе, 4 карте из 5, по-моему. Так что давайте посмотрим, что тут у нас дальше происходит. Я напомню, что тут Килия пытается научить Зерокена этому финальному навыку. Ну и пока что у него осечки происходят, но надежда не теряется. Не теряется надежда. Поэтому давайте посмотрим, что дальше будет. Зерокен, воспринимай это как твою последнюю возможность. Если ты не сможешь сделать представление о финальном навыке, тогда нам придется сдаться. Придется сдаться от спасения Голдена. Сила — это все для демона. Красный Магнус думает, что невозможно для такого слабака, как ты, сделать финальный навык. Господи, какой же бесполезный мужик. Слушай, давай иди там просто чисти мою обувь, как другие прини. Я хочу карри поесть. Похоже, у нас нет выбора. Придется сдаться и забыть о мысли о спасении Голдена и воплотить план Б. И использовать план Б. Пойти с планом Б. Что? Я не могу этого принять. Я собираюсь спасти Голдена. Тогда докажи это. Отпусти свое невинное сердце для того, чтобы победить. Нет, для того, чтобы спасти Голдена всеми своими силами. Я сделаю это. Я больше не собираюсь убегать. Независимо от того, как страшно будет. Я спасу Голдена в этот раз. Ладно. Ну уж, давай, покажи нам. Все. Надеюсь, этот молокосос наконец научится делать этот навык. Саны. Ух ты ж, блин. Ага. Офигеть, какая карта. Вы видите, что это за карта? Тут придется бросить. Ад какой-то, а не карта. Офигеть. Тут есть суккуба. Не вижу. А, есть, да, вот они. 2 4. Офигеть. Ненавижу такие карты. Ну ладно, выбора у нас нет. Погнали. Что тут поделаешь? Ничего не поделаешь. Так, Лилим — это необычные суккубы? Какие?
Я не особо разбираюсь в породе суккубов. Так, я могу его выбросить за борт. Но наверх не могу выбросить. Почему? Кинь кого-нибудь за борт. Кину, но не у своих же. А, точно, варп, я не заметил. Хм. Да, ну по одному персонажу это как бы, ну, сами понимаете. То же самое, что смерть. Так, перс. Перс. Твою ж дивизию. Анилина. Анилина я в экспедицию отправил. Зачем вообще Анилин? Анилин же вообще вор. Так, все, он пошел. Да блин, не то сделал. Разведка мяса, а? Про это. Так, давайте ангела тоже вытащим. Пока что. Так. Блин. Дамаг, конечно, смешной. Следующее. Блин, тварь! А, стоп, че я мучаюсь? Мне не обязательно их бить. За борт! И все. Больше тебя не вижу. Все, замечательно. Так, вот Максимус подоспел. Ой, нет-нет, мы не Максимус, а за борт будем бросать. Так, тебя тоже. Вали вниз. Все, нормально. Вот как надо делать. Так, надо бы хилера туда потащить, чтобы похилить кое-кого. Андрея. Изи. Да, действительно, стратеги. Вообще, изи. Так. Привет, Анилин. Наше пушечное мясо. Я тебя отправил в экспедицию в игре. Чтоб ты там прокачался и набрался опыта. Так. Да ладно, стратежи, танка мы туда же отправим. Просто мне нужно было похилить. Забыл про тебя.
Так, иди сюда. Раз. И за борт. Данилин. Само собой вспомню. Да, мы как бы не забывали, просто... Очень хорошо. Хотя я думаю, мне достаточно персонажей уже. Они тупо всех выбросят за борт и все. Хотя, по-моему, на более высоком уровне там придется побородить. Не-не, ладно. Пусть идут. Лишними не будут. Так, еще один. Выбросить. Блин, я обожаю эту игру, реально. В какой же RPG еще можно взять и выбросить врага за борт и все? Не припоминаю ничего что-то. Врага. По-моему, пробовал один раз вначале. Не помню, что там случилось. Стоять. Уровни стакаются. В смысле стакаются? Сейчас посмотрим. А, вот оно что. А, блин. Я попал. Вот оно что. Все. Блин. Дерьмо. Круто бросил. Ты не говори. Сам в шоке. Как царь прямо. Писец просто. Ну ничего, мы сейчас его вот возьмем и за борт. И пошел. Бездомного бога напомнил свинья. Ну, хз. Килоген, нет, спасибо. Вот. А, о, Black Nightmare. С ним поделись. Так. Танк там танкует? Нет, не танкует. Значит, будет. Следующий ход. О, тут гэнг-бэнг. Блин, Андрею повезло, аж три суккуба хотят его. Ну когда... Не каждый день тебя... Не, стоп, какие три? Четыре. Не каждый день тебе четыре тян хотят. Сразу. Убить, правда? Но неважно, по-любому хотят. Неважно, что хотят. Главное, что хотят. Повезло ему.
Ему очень повезло. Вот что значит быть в армии. Кстати, я что-то его на стримах больше не вижу. Походу, пора его переработать. Раз он больше не появляется. Он в армии. Нет. Это Теодор в армии. Я про Андрея. Я точно скажу его ник. Где тут написано? Лорд Андрей, о. Арт. У него такой ник был. Ух, вы ж, блин. Три парня и два суккуба. Весело им. А ты их за борт. Ну, Black Knight. Нам, к сожалению, сейчас не до плотских утех. Потом я сделаю себе армию кошек. Лисиц. И суккубов. И потом дам вам поразвлечься с ними. Но это не скоро будет. Так, все. О, блин, вот сюда телепортироваться. Их. Ну, ждем. Ждите. Это не скоро будет. О, Фума, неплохо она выглядит, то, что ты кинул. Привет, Максимус. Хорошо. А зачем я иду туда? Там нечего делать-то. Вот туда есть. Так. О, вот оно, блин. Вот почему мне было неудобно. Я не те кнопки использовал. Вот теперь удобно. Все, нормально. Ты ж не знал. Ну, теперь другой дал. Только бросить. Ну, я не знаю. Ну, точно. Сейчас посмотрим. Где там? Не то. Так, там розовое поле есть. Вот. Так что, по идее, с розового поля можно будет. Тут больше ничего нету. Остались вот эти двое еще. И все. А вот и Максимус пришел сюда. Сейчас будет весело. Так, просто я хз с какой-то сейчас зеленая.
Так, с какой тут нужно начать? Начну с... Ага, во. С этой. Можно начать. Не-не-не, Фумо, у нас мы так не делаем, это... У нас тут, наверное, все как надо. Это не наш профиль, сам знаешь. Не, Аня Лень, я не буду делать такое. Нет, нет. Что-то не получается как-то, как я хотел. Красная. На красную. Короче, срал я на это дерьмо. Сделаю следующим образом. Вот так. Вот так, прекрасно. Ну, редиска, давай, покажи нам. Ничего она нам не покажет. Так, тут кого-то дебафили, кого-то убивают. Блин, зачем я не выбросил их? Чё я делаю? Я же выбрасываю всех. Чем я парюсь? Сейчас выбросю. У тебя еще лук есть. Ну и что, что у тебя есть лук? Навыков-то нет. У меня есть лайкерия для лука. Все, пошел. Ой, не того, сорян. Было бы круто, если бросишь своего за пределы карты, то все, он больше никогда не будет. Чё, получилось? Братан, это... Только что получилось? Это... Да, всё. Похоже... Теперь мы готовы. Настало время настоящего дела. Братан! Хе-хе, ты сделал это, Дзеро? Я впечатлен! Ты больше не слабак! Старик!
Магнус. Не называй красного Магнуса стариком. Он моложе, чем он выглядит. Так. От Зерокену, который теперь находится преисподня внутри него, теперь он стал повелителем. Владыкой. Круто, молодец. Теперь Зерокен является владыкой, так же, как и мы. Чтобы поздравить тебя с тем, что ты освоил финальный навык, я позволю тебе стать один из моих рабов, один из моих слугой, слуг, один из моих слуг, сестренка Серафиня. Не смей называть меня сестрой. Ты должен обращаться ко мне, Серафиня сама. Госпожа Серафиня, блин. Так. Окей, Зерокен. Супер Луминейт Волк. Просветленный волк. Давай назовем так. Настало время использовать Зерокена тоже в битвах, походу. Ты это сделал, Зерокен? Сегодня вечером у нас карри! Опять. Эх, невероятно. Ну что ж, похоже, мы можем приступить к нашему плану, в конце концов. Усаля. Кристо. Извиняюсь, меня отвлекли. Братан. И все остальные. Вы нарочно все говорили такие жестокие вещи по отношению ко мне, чтобы я смог наконец-то вытащить и овладеть своей силой. Я не знаю, о чем ты говоришь. Так вот оно как. Чувство от того, что у тебя есть союзники. Ты идиот! Мужики не плачут! Бугагашеньки. Теперь у меня есть... Еще один верный слуга! Мы рассчитываем на тебя, Зерокен. Сможет ли наша мятежная армия или нет завербовать великого демона кулака Голдена, все зависит от тебя полностью. Христо, мы не вербуем его, мы спасаем его. Ну что ж, остался финальный уровень, который мы через пару минут сейчас начнем. Но сначала... Сначала скит, я вижу, у нас есть какой-то. Так. Так, Максимус Стратеджи. Та сейбер в красном, она из Fate Extra. Когда-нибудь мы ее пройдем.
я хочу пройти очень сильно, но... Но, ну, вы знаете, когда у нас это будет, я сам не знаю. Но когда-нибудь, там, через пару сотен лет, может, пройдем ее. Игра очень хорошая, говорят. Один мой друг меня очень хвалил эту игру. Сказал, попробуй обязательно, тебе понравится. Ну, попробуем когда-нибудь. Но это не скоро будет. Может, через годик. А может, и быстрее. Нам еще третью персону, блин. Ладно. Какая личность? Нет. Что из себя представляет эта легендарная личность, великий демон кулака Голден? Я хотела бы узнать, достоин ли он стать моим слугой? Если эта информация касательно мастера, тогда ставьте это на меня. Я вам все расскажу. Если ты хочешь рассказать нам о Голдене, тогда тебе стоит начать с рассказов о его героизме. Именно. Тогда я расскажу вам лучшую историю о что я знаю о легендарном Голдене. Секунду. Извиняюсь, комар тут замучил уже. Так. Да, если мы услышим героические рассказы о личности, с которой мы сейчас будем сражаться, я думаю, что это нас может удручать немного. Это правда. Ну, так что вы хотите знать-то? Ну, что ему не нравится? Или о его недостатках? У него есть какие-либо? Ну, кроме старого шрама. Он мой мастер, перфекционист. Он не имеет никаких недостатков. Не-не-не. Не совсем. Что такое Киля? Неужели у легендарного великого демона кулака есть недостатки? Недостаток Голдена является его... Блин. Хрип, когда он храпит, наверное. Его хрип. Да. Если ты спишь в одной же комнате, то находись с ним в одной комнате, ты просто будешь как будто... Ну, короче, будет тяжело спать. Ну, короче, у меня просто есть бесчисленное количество плохого опыта с ним. Чертов мастер. Никакого сожаления у него нету, даже когда он спит. Но если мы сможем завербовать его в армию мятежников, то он будет спать с тобой. Что? Не, постойте, Таланти, сестренка. Хе-хе,
А разве это не как, как будто мечта стала... воплотилась в реальность? Поскольку ты сможешь быть со своим мастером 24 на 7. У великого демона кулака Голлина имеются удивительно милые стороны. Окей. Мы узнали нечто интересное о нем. Так. О, чё, кто-то кинул банан вместо микрофона? Привет, Ролин. Не кидайте такие картинки больше, потому что у нас уже был так большой срач касательно таких картинок и все. Блин, Рин балуется то микрофонами, то бананами. Офигеть. Так, ладно. Сейвимся. И потом последнюю главу начнем.